поклонников спорта, и просто для тех людей, кто занимается. В общем, для всех спортсменов Казахстана этот трек посвящается. Поехали. LPK Records. Спорт — это хорошо, я заявляю. Спорт никому не вредит, я уверяю. Спорт помогает для души и тела. Бери сумку, иди на тренировку смело. Придя на тренировку, переодевайся. Заходи в зал, ага, разогревайся. Начинай бегать, боу, татами поклонись. Заходи на ковер и борись. Отборись пару схваток, отдохни. А потом возьми партнера и на ринг с ним иди. После спарринга иди на лапы, мышцы забиты. Вот так вот надо, вот где надо вечерами пропадать. А не на районе штаны протирать. Если ты спортсмен, ты не пей, не кури, лучше бегай и на турнике виси. Воу. Лучше бегай, и на турнике виси. Двоечка, подхват, подтечка, бросок. С такой комбинацией любой валится с ног. Двоечка, подхват, подтечка, бросок. Любой валится с ног, любой валится с ног. Двоечка, подхват, подтечка, бросок. С такой комбинацией любой валится с ног. Двоечка, подхват, подтечка, бросок. Любой валится с ног, любой валится с ног. Каждый вид спорта красив по себе. Тайский бокс — это в порядке вообще? Лао, колени, локти, малаши делают адеме, муитайцы наши. Борчики с техникой — это красиво. Спиночка, пистолет, дзюдо — это сила. Против дзюдоист трудно байговать. Лучше в ближний бой ему не влезать. Греко-римская борьба славится по-своему. Прогибов татами — это очень больно. Кикбоксеры наши делают красиво. В нашу пользу 10-1 против сборной мира. Сборная мира вас просит удалиться и пойти сразу же умыться. Двоечка, подхват, подтечка, бросок. С такой комбинацией любой валится с ног. Двоечка, подхват, подтечка, бросок. Любой валится с ног, любой валится с ног. Двоечка, подхват, подтечка, бросок. С такой комбинацией любой валится с ног. Двоечка, подхват, подтечка, бросок. Любой валится с ног, любой валится с ног. Слышь, неважно, амбал, мешок, любой валится с ног. Слышь, амбал или мешок, любой валится с ног. Просто хочу сказать, здоровье не купишь. Если занимаешься спортом, значит ты не тупишь. Ты идешь вперед и закаляешь дух и тело. Поднятая голова, ты идешь смело. Да, в жизни спорт стабильно пригодится. В дальнейшем надо будет очень много биться. Биться за себя и за свою семью. Надо брать пример, как минимум с Костяна Дзю. Жизнь непредсказуема и очень опасна, но и в тот же момент она прекрасна. Жизнь прекрасна, ты слышишь меня? Жизнь прекрасна.